Ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и вот в прошлой серии, когда мы обсуждали, из кого будет слеплен вот этот дракон, у нас была вот еще одна похожая картинка, вот только там были другие существа, там была Протостега, был Лептоклеид, был Индрикатерий и олень был, да, то есть, и там была такая якобы подсказка, типа Индрикатерий плюс олень получился Индрикацер, а Лептоклеид плюс Протостега получился наш новый гибрид. И тогда у него будет Протоклеид или Лептостега. Вот такое вот название будет у нашего дракона, у нашего нового существа. Так что, как вы считаете, правда ли это, вот что вот здесь была вот именно вот та вот подсказка? Так что Лептоклеид плюс Протостега. Вот такие вот у нас на данный момент предположения, ребятки. Так, давайте мы зайдем проверим. Часом там они не появились. Вот наша Протостега 40 уровня. Пока что ничего нет. Давайте на Псеходерму глянем. Тоже нету кнопки. Так. Идем дальше. Вот Лептоклеидушка, тоже кнопочки нет пока что. Кранозавр тоже один из кандидатов был. Но вот я остановился на Протостегу и Лептоклеида все-таки. Ну, увы и ах. Ну и на Архелоне, ну, быть не может. Слишком редкое существо, мне кажется. Так, ну а сейчас мы будем, ребятки, сражаться в Белой мгле. Есть, кстати, такой фильм «Белая мгла», очень страшный фильм. Кто любит ужастики, про всяких тварей, обязательно посмотрите. А кто смотрел, ставим лайк. Так, вот так давайте сделаем, чтобы не шумело. Итак, у нас Эласматерий. Смотрите, он по силе такой же, как наш Маматерий. Это прикольно. Так, ну тут нам нужно взять кого первого? Кого-то там... Допустим, Мамонта 20-го. Он подменится на вот этого парнишку. Мы его встретим Бронтом. И потом вот так вот. Ну, не знаю, что получится. Затащим, не затащим. Ха! За один удар не пробивает. Два должны пробивать. Тогда не буду ставить в защиту. Ах ты ж подлец! Так нечестно. Нечестно! Мне придется лишний балл тратить. Пробил. И вот так. А он еще, гаденыш, этот балл не поставил в защиту. Хитрец-то какой. 4 балла, давай, на все 4, отлично. Хотя бы здесь мы выманили из него все баллы. Эх, жаль, что не пробиваем его за один удар. Ну, вот здесь мы точно... Блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не бей только 1802, ну, надеюсь, 2 мы переживем. Существо из Borderlands в уменьшенном варианте. Фух, на 3 теперь точно переживем. И точно победим. Фу, ну так, отделались легким испугом, да, такие у нас были довольно несильные существа, скажем так. Особенно по здоровью. И у Бронтотерия мало жизни, и у тела Космила мало жизни. Но мы затащили. И при том, что еще и не угадали идеально в начале. Ну, надеемся на то, что мы сможем остальных 2 боя преодолеть. Итак, у нас здесь просто легкотня, ребята. Легкотня.
Так. Ну это пойдет на мясо пойдет. Давайте по атаке что ли сортанем. Давайте сумчатого возьмем. Давно мы его, так сказать, не видели. Хотя, блин, я что-то пожадничал. Надо было вместо Гасторни собрать все-таки крепкого какого-то саванного. У нас же их много. Фигушки тебе, Архиотерий. Ты хоть и адский кабан, но я тебе не поддамся. Я тебя не боюсь. Так, мы выманили из него все баллы до капельки. Блин, ну капец, намного баллов тратить надо. А индрикацеров пробивать, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, не все так просто. Все так просто. Ну там, мне смотрите, самое сильное существо 1000 на 1300, ну, бьет. На все 4, молодчиночка. Молодчинка. 544 у него будет сила удара, даже чуть меньше. Тот на 2 уровня слабей. А мы его за 2 удара пробьем, неужто ли? 5710. Ай, что-то перестарался, 3 надо было 2 ставить, ну ладно. Перестраховался, перебдел. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Вообще у нас идеальная защита получилась, ребята. 2710. А и тут 2 хелса у него лишних. Но все равно, мы пробили. Так, у нас остались самые сильные существа на наш последний бой. Сюда надо было Маматерия, наверное, взять. Так. Оуэн, разберись. Оуэн, фас. И так, так, и так. Берем анаконду. Он подменится. Мы берем вот такого. Так, давайте. Вот стоит Титанобо. Он подменится. Ну, чтобы нам потом как бы не потерять. Ну, хочется Маматерия взять. Ну, ладно, давайте, у нас еще, если что, будет попытка. У нас там и Гасторнис есть, и... О. А здесь можно сразу кусать. Не, здесь все нормально, без проблем. Справимся. Мы его пробьем кем угодно. И Индрикатерий нам не страшен. 136-й, подумаешь, там... Мы тут 119-х, 121-х пробивали недавно и 136-го пробьем. Ну, 6000 жизней, конечно. 5. Атака на все 5. Жирненький ты наш Индрикатерий. Затоптал ужика. Ну ничего, ничего. Мы делаем 1, мы делаем 2, мы делаем 3 и делаем 1, 2, 3. И 100% мы выживем и затопчем сумчатого льва. За 2 пробил, ну за 2, наверное, не пробил бы он нас. Ну, вообще, идеальное пробитие. Даже можно было сэкономить. Ну и теперь попробуй Индрикатерий пробить нашего мамонта. Ну, все 6. Вот за 6, наверное, как раз хватит ему. Ну да.
6 хватило. Но у нас есть секретное оружие. Это маматериум. Надо, кстати, создавать дальше маматериум. Еще 3 двадцатых создать надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер удар. И это, ребятки, была победа. Красивая, сладкая и долгожданная победа. Так, ну чё-то как-то неохота мне напрягаться ради битвы титанов. Ничего там интересного нет. Так что думаю... И здесь тоже пока что ничего не прояснилось. Хотя вот, прояснилось сюда... Нет, сюда тоже... У нас, подождите, у нас в этом месяце... В январе, по-моему, в игру должно добавиться два существа и один гибрид. То есть супер гибрид. Так что, в общем-то, ждем, ребятки. Ставим лайки и подписываемся на канал. До скорых встреч!